Я хочу сказать о том, что это 13-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса. И мы сегодня хотим, как организаторы, мы это экспоцентр места Дюссельдорф, констатировать о том, что эта выставка, можно, о ней можно говорить как о безусловном успехе, потому что мы сегодня приветствуем 1000 компаний из 36 стран мира. Как выставочники мы хотим подчеркнуть, что это 23 тысячи квадратных метра нетто. Мы также вместе с местом Дюссельдорф хотим отметить чрезвычайно высокое участие всех компаний, значит, замечательные стенды и, самое главное, новейшие образцы продукции, которые они демонстрируют на этой выставке. Я бы также хотел отметить, что выставка «Нефтегаз», как обычно, сопровождается хорошей и насыщенной деловой программой, но в этом году есть определенная новелла. Завтра в 11 часов открывается первая международная конференция «Энергоэффективность и энергобезопасность через инновационное развитие». Это как раз тот случай, когда лидеры отрасли и профессионалы отрасли будут обсуждать самые актуальные проблемы, которые стоят перед нефтегазовиками. И, конечно же, теперь на завтрашней конференции акцент будет сделан на безопасность. На безопасность, потому что та трагедия, которая разворачивается в Мексиканском заливе, она показывает и Соединенным Штатам, и всему миру, и всем нефтедобывающим странам, что никто от этого не уязвим, и нужно объединять усилия для того, чтобы эффективно предотвращать, и если не удалось предотвратить, то ликвидировать вот подобные катастрофы. Завтра у нас будет весь свет, значит, нефтегазовой промышленности. Это крупнейшие люди, уважаемые люди. Эту конференцию, так же, как и выставки, безусловно, поддержал Комитет Госдумы Российской Федерации по энергетике и Министерство энергетики Российской Федерации. Я хотел бы добавить, что выставка «Нефтегаз», она является отражением отрасли, а отрасль нефтегазовая, как бы мы ни стремились развивать другие отрасли, является пока еще ключевой и, возможно, невозможно, а скорее всего, точнее сказать, точно явится тем источником и финансов, и ресурсов для развития других отраслей, в том числе и инновационных, о которых говорит и президент России, и представитель правительства России. Мы со своей стороны выставочными методами, выставочными средствами будем способствовать тому, чтобы эти процессы проходили как можно быстрее и приносили максимальную отдачу для участников отрасли. Вообще говоря, любая выставка имеет большое значение в плане обмена опытом, особенно в вопросах технических, технологических. И особенно сейчас, когда, если раньше у нас было централизовано, был даже специальный государственный комитет по науке и технике, в каждом министерстве было специальное управление, которое занималось новой техникой и внедрением, то сегодня этого, к сожалению, нет, поэтому научные какие-то достижения, новые какие-то решения, технологические решения, они разбросаны по отдельным компаниям. И только вот на выставке можно внимательно посмотреть и взять для себя что-то. Тем более, что проблем ведь очень много, хотя и немало достижений. Вот мы стоим с вами в павильоне газовой промышленности, вернее, «Газпрома». Потому что газовая промышленность включает в себя не только «Газпром». Ну и, естественно, я помню те времена, когда первые установки комплексной подготовки газа имели мощность там 7 миллиардов кубов газа в год. Последние установки, которые были построены «Газпромом» на месторождении Заполярной, уже имели мощность более 30,5 миллиардов. Как видите, за короткое время удалось многое пробежать. И поэтому подобные выставки, конечно, они очень много дают. В этом отношении, в плане обмена опытом, в вопросах сегодня, вы знаете, особое значение, на мой взгляд, нужно уделять проблемам социальным.
вопросам охраны труда, техники безопасности. И те крупицы опыта, которые здесь бывают на выставках, они являются очень ценными. В принципе, я давно бываю на этой площадке, по сути дела, как только она открылась, наверное, уже значительно более 20 лет. Тут меняются организаторы, а выставки-то все равно проходят. Я скажу, что нынешняя выставка поражает, во-первых, обилием экспонатов, во-вторых, обилием и организаций, которые принимают участие. Ну и я скажу, что с каждым годом как-то повышается уровень культуры. Очень много все же образцов таких реальных выставляется. Я помню то время, когда кроме компьютера и телевизора ничего не было. А сегодня вы посмотрите, очень много экспонатов самых разных, которые показывают то, что сделано. Поэтому я полагаю, что нынешняя выставка, она отличается от многих предыдущих и своей масштабностью, несмотря на кризисные дела, очень глубоким содержанием и тем, что она дает возможность людям, инженерам прежде всего, познакомиться друг с другом, а главное, с теми новыми разработками, которые появляются. Это очень значимая выставка для России и для Москвы, поскольку раз в два года показывают достижения нефтегазовой отрасли в плане новых оборудования, переработки и всего того, что ознаменует собой научно-технический прогресс в этой отрасли. Мы видим и по мировым событиям, как важно правильно соблюдать технологии, как важно использовать самый высокий уровень научно-технических достижений. И в этом плане в Москве сосредоточены и офисы головные крупнейших нефтегазовых компаний, и научно-производственные силы, научные институты, учебные заведения. Поэтому для Москвы это тоже очень важная тема, эта выставка. Наша компания «Оргэнергаз» участвует практически с начала открытия нефтегаза. Мы получаем большое удовольствие от встреч с нашими партнерами, старыми друзьями. Значит, каждый год технологии развиваются, продвигаются вперед, и на этой выставке мы получаем напрямую информацию об этом развитии. Но ввиду того, что мы инженерная компания, у нас многонаправленность в деятельности в системе «Газпрома», мы занимаемся диагностикой и пусконаладкой, и вопросами организации эксплуатации, испытанием трубопроводов. На этой выставке все это представлено, и мы в полной мере общаемся с компаниями, получаем полноценную информацию. Нам это полезно.
конечно же, это одно из самых важнейших событий в году. И мы готовимся к ней изначально, потому что здесь представлено очень много клиентов, очень много серьезных компаний здесь выставляется, очень много компаний приглашает своих представителей сюда. И здесь заключаются достаточно серьезные и важные контракты в этом году и на следующий. Ну, выставка «Нефтегаз», классически мы в ней участвуем практически каждый год. Для нас она значима тем, что, в общем-то, все самые крупные игроки на рынке автоматики собираются на этой выставке. В общем-то, наши клиенты приходят сюда практически каждый год. Мы также получаем много новых контактов, новых заказчиков. И работаем, улучшаем свой имидж, так скажем, за счет этой выставки. Эта выставка значима тем, что здесь представлены основные нефтедобывающие компании, которые для нас являются нашими заказчиками. И, естественно, мы хотим с ними общаться непосредственно, в непосредственной близости, как бы быть в курсе событий, которые происходят. Поэтому мы участвуем в этой выставке каждый год. Данная выставка – это одна из крупнейших, даже, может быть, самая крупнейшая в России именно по нашему направлению, это нефтегазовое буровое оборудование. Представлены практически все нефтегазовые компании, буровые подрядчики, сервисные компании, которые являются нашими заказчиками. Естественно, мы на этой выставке участвуем каждый год. Для нашей компании эта выставка интересна тем, что это крупнейшая выставка на территории России СНГ. Собственно, она собирает все компании, которые работают в отрасли нефтегазовой, и привлекает очень много клиентов, непосредственно интересных нашей компании. Нефтегаз для нас особо важна, потому что это является одной из основных отраслей в России. И для нас важно участие именно в этой выставке, как, во-первых, имиджевый для компании АББ, а во-вторых, как встреча с наиболее важными заказчиками на рынке России. А данная выставка позволяет найти новых клиентов, обновить старые связи, то есть встретиться со старыми друзьями, обсудить текущие проекты, обсудить будущие проекты, ну а также просто хорошо пообщаться с людьми. Interesting because this is such a
Это очень интересно, потому что на этой выставке представлено очень много нефтегазовых компаний. Таким образом, наша норвежская сторона может представлять нефтегазовые интересы, где присутствуют совместные проекты и интересные перспективы. Москва-Россия – это очень важный стратегический партнер для Норвегии, поскольку в Баренцевом море представлен Северный поток, где у нас существуют взаимные проекты. We decided on a common border up in the north. Газ достаточно значимо для всех участников, потому что здесь заводятся большие контакты, в принципе, осуществляется поддержание контактов, и мы можем обменяться опытом, накопленным опытом. Я думаю, достаточно важно, потому что все сосредоточены в одном месте в определенные сроки, и большие возможности встретить друг друга одновременно. Участвуем в совместном стенде вместе с Мессе Дюссельдорф. Мы представляем промышленность Германии, машиностроительную промышленность, высокоточное оборудование, очень надежное для нефтеперерабатывающей промышленности. Россия страна богатая своими недрами. У нас очень надежное оборудование, и нам бы хотелось, чтобы такая богатая страна применяла на своих нефтеперерабатывающих предприятиях, добывающих предприятиях, в целях охраны окружающей среды, в том числе, очень надежное, качественное немецкое оборудование.